Бонжорно, мои уважаемые зрители и подписчики канала, с вами Woody Safe Game, и наконец-то мы поиграем в последнего Шерлока Холмса, который вышел у нас, насколько я помню, пару месяцев назад. Это у меня контакт. Давайте приступим. Я очень сильно долго ждал, честно говоря, эту игру. Так, что у нас тут? Ничего особенного. Так, по игре у нас субтитры включены, уровень сложности нормальный, загрузка в КБ. Ну ладно, окей, давайте начнем. Новая игра. Так, проницательный детектив, мастер сыскного дела. Подлинно сложнее проверка ваших дедуктивных способностей, в любой момент вы можете поменять полную переключение. Так, проницательный мастер сыскного дела. Так, погодите, а что сложнее? Подлинная сложнейшая проверка? Наверное, вот это. Давайте прям на сложном, прям ядреном попробуем. Блин, я очень сильно ждал этой игры. Прям я поиграл в прошлого Шерлока Холмса и вообще прям кайфанул, ребят. Очень интересно, прям, ну, прям реально хорошо, интересно. Качественно сделана игра, то есть детективчик такой, в который начинаешь играть, узнавать, расследовать и так далее. Что-то у меня вообще 15 FPS, вы что, ребята? Собака Баскервилли будет наконец-то. Так, ну сейчас хотя бы 27 стандартно. Окей. Или за ним все-таки кто-то гонится. Не понял, вот это трава. Да. X-Ray. Бам. Я так понимаю, это скорее всего... А, нет, за 48 часов до этого я подумал, что это будет уже концовочка. Концовочка, конкретная концовочка, да. Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No. Нет, пожалуйста, проходите, мисс. Я мисс Элис де Бувье. Я новая соседка мистера Холмса. О, не имел удовольствия. Я доктор Ватсон. Мы могли бы вам чем-нибудь помочь? Дело не в ней, Ватсон. Тогда зачем же она здесь? Из-за ребенка, который шмыгает носом за ее спиной. Избавьтесь от него. Вечно. Он дрожит от холода и явно расстроен. Что с ним произошло? Малыш Том постучал... О, да, боже ты мой, бедняга, подойди, погрейся у огня. Могу я предложить вам чашечку чая, мисс де Бувье? Что ж, ну, я... Не то чтобы мы кому-то помешали, вы понимаете? Думаю, нет. Поскольку вы наша новая соседка, вам стоит знать... Так, о нем побольше. Вы меня настораживаете. Что ж, у мистера Холмса рецидив. Эта болезнь беспокоит его, когда он не находит себе занятия. Он становится чрезвычайно нелюдимым. И, увы, это сложный, очень сложный, не поддающийся лечению случай. Это должно оставаться между нами. Конечно, я понимаю, как печально. Но есть лекарство. Правда, только временное. Захватывающая загадка. Несомненно, если он ее упустит, его, да, и все еще здесь для сведения. Я еще все здесь для сведения. Так и быть, посмотрим. Спасибо, мисс. Да, так, братишка, зачем ты пришел? Скажи мне, мальчик, что тебя привело? Это мой отец, сэр. Он пропал. Я не знаю, что делать.
Давай тебя осмотрим. Во, наконец-то. А, я люблю. Так, создайте портрет персонажа, уделив внимание деталям и их значению. Суть в том, что нужно... Ой, тут на таймере. Так, значит, красные глаза, конъюнктивит. Недавно плакал. Конъюнктивит. Так, окей. Подбородок. Так, бледная кожа, недостаточное питание. Так, хорошо. Том. Его зовут Том. Родился так, 8 лет. Тому 8 лет. Окей. Так. Недостаточное питание. Так, заплатка. Небогатая семья, скорее всего. Аккуратный шов. Нет, заботливые родители. А, окей. Так, ну вот, грязь. Так, деньга. Карта Лондона может читать. Так, окей. Чё, мне на все надо тыкать или чё, или как? Так, вот. Так, неполный. Вроде, да? Так, неполный портрет персонажа. А еще раз его можно присмотреть? Тому 8 лет, его одежда поношена с большим количеством заплат. И аккуратной штопкой. Родители Тома заботятся о нем. Бледная кожа указывает на недоедание. Окей. Выйти. А что, еще раз тебя можно осмотреть? Давайте тебя еще раз осмотрим-то. Если у нас неполная. Так, глаза, конъюнктивит. Это мы все... увидели, окей, неполный портрет персонажа, заботливые родители. Обычно еще можно осматривать руки, вот. Опа, а че он мне на них не... Я не успел до рук дойти, блин, и теперь, видать, нельзя. Ну ладно, окей, будем знать. Пропал. Что произошло? И когда же ты его видел в последний раз? 3 недели назад. Он отправился на новую работу. Но в этот раз он вел себя немного странно и злился. Пропал странно 3 недели? Это долго. Каждый день я думал... кстати... Окей, ладно... Странно это как? Я не успел возразить. Он сказал мне, сынок, я нашел особую работу, не смей отсюда выходить. Думаю, что что-то пошло не так. Так, его имя? Джордж Херст. Пропал. И что сказала полиция? Полиция... Так, что он бросил заботливых родителей? Так, окей. Они мне не верят. Они сказали, что он просто меня бросил. Но это не так. Заботливые родители. Определенно, твоя одежда хорошо заштопана, и ты умеешь читать. Твои родители не богаты, но тебя они очень любят. Да, но сейчас нас двое. Моя мама умерла, когда я был совсем маленьким. Тогда это еще одна причина не оставлять тебя. Твоего отца не назовешь безответственным. Он о тебе... Верно, но у него нет постоянной работы, поэтому он берет за любую разовую, которая есть. Другой не найти. И это единственный раз, но он не пришел домой. Так. Так, ну отправляемся туда. Хорошо, назови свой адрес, Том. Dorset Street, 12, второй этаж, дверь Е. Это на Уайтчепе. Пилли, сэр, но мне нечем заплатить. А кто просил деньги, Том? Твое дело это как раз то лекарство, в котором я нуждаюсь. О, спасибо, сэр. Ну, наконец-то мы попадаем нормально в Шерлока. Какого-то, честно говоря, пидорского Шерлока сделали. Я ничего не хочу сказать, но... По-моему, он был... Немного по-другому выглядел, разве нет? И Ватсон... Так, давайте посмотрим на Ватсона. Ватсон? Ватсон. Ну, Ватсона, честно говоря, по-моему, тоже видоизменили. Ну ладно. Так, хорошо. Внутренности, я так понимаю, у нас оставили одинаковые. Здесь у нас письма, да? Так, здесь у нас наши костюмы, которые мы можем менять. Да, здесь все оставили по-прежнему. Хорошо. Ну тогда давайте пойдем
костер хоть немного лоховский. Блин, ну наконец-то, давайте уже. Так, о! В прошлый раз нельзя было выходить, то есть если мы дергали уже за ручку, за эту дверь, и мы уже как бы выходили и попадали на миссию, а здесь мы должны будем... Да ну! Мы будем уже путешествовать по городу? Вот это круто! Так... Так вот какая фигня, то есть можно и выходить, и ездить в кэбе. Так, по журналу расследований у нас тут пока ничего нету, да, я так понимаю, Том родился, так, несмотря на юный возраст, он уже умеет читать, пользоваться картой. Так, много лет страдал от недоедания. Угу. Я понял, документов у нас пока нету. Писем, отголосок, Том. Угу. Окей, мы приехали. Так, это слишком узкие улицы для кэба, придется пройтись. Ну, кто бы сомневался. Так, камеру мы, по-моему, не можем менять никак. Да, ну ладно. Так, что у нас, какая White North Street? Нет, так. Дружок что-то бьет. Это North Street, окей. А что будет, если вот так подбежать и толкнуть его? Ладно, ничего, видать, не будет. Так, отлично, хорошо. Нам нужно на Whitechurch что-то там. Dorset Street. Нам нужно... Dorset Street, 12 комната. Так, подождите. 12, комната Е. Окей, видать, у них, да, в одной двери будет... Блин, как круто все сделано. Слушайте, мне прям нравится. Старые комнаты Лондона. Ну вот оно, я так понимаю, да. Комната Е. Окейушки. Так, я почему-то вот уверен, что оно будет наверху. Нет? Да, да, да. Полное попадание. Они не могут не заюзать второй этаж. Блин, текстура дерева, смотрите, прям какая красивая. Так, это наш дом, мистер Холмс. Угу. Так, хорошо, да, с крыши у вас, я так понимаю, беда. Крыша все время протекает, папа постоянно ее чинит. Ну, молодец, относительно работящий мужик, старается. Ну, тут, конечно, ну, блин, семья-то не богатая. Что ж тут поделать-то? Всех по-разному все происходит. Так. Моя мама, сэр. Она умерла, когда я был совсем маленьким. Мой папа рассказывал о ней, но и только. Мне жаль, Том. Моей мамы тоже не стало, когда я был совсем маленьким. Это считая, думаю, да? Подожди, крутить. А, ну ладно, окей. Валерико. Заранее оплачивал счета, что давало Том безопасность и хлеб насущий. Ага, ну то есть он прям конкретно был. Так, а что у нас тут еще? Ну это я понял, да. Хорошо. Так. Отлично. Так, тут у нас сынок наш. Так, ну в принципе... Ладно, давайте посмотрим. Так, он уже у нас что-то читает, журнал какой-то, да? Магазин. Так вот, почему ты пришел ко мне. Подождите, а как он определил? А, Шерлок Холмс, да, Конан Дойл. Все, все, я понял, я немного не допер. Окей, хорошо. Так, более у нас тут, я так понимаю, о том... Читает по ночам, окей. Предмет, помеченный восклицательным знаком, пригодятся в дальнейшем расследовании. Хорошо, давайте осмотрим квартирку подальше. Так, еда заканчивается. Прошло 3 недели со дня исчезновения Джорджа Херста. Ну что ж, вижу приготовленное для крестьянской похлебки умное решение для того, чтобы кто не умеет готовить. Ну ладно. Так, хорошо, тут у нас более ничего нету.
Давайте конкретно поговорим с ним. Угу. Так, ладно, пойдемте наверх. Долго ж он не хотел залезать на лестницу. Так, осмотрим. Чердачное. Так. Слишком темно, ничего не разглядеть. В смысле, Ну, я вижу, утюг какой-то там лежит. Ну, ладно. Хорошо. Давайте слезем. Так, ну, я не знаю, давайте, может, что-нибудь найдем такое, что можно там зажечь. Старые вещи, грязные и поношенные. Джордж Херст был разная работа, оказывается, он был трудолюбивым и ценным работником. Окей, так, более подробно. Вот. Коллекция потертых старых книг из старых рук. Так, старался дать сыну лучшее образование, которое мог позволить. Папа купил мне все эти книжки. Он не рассказывал, но я знаю, что ради них он заложил свое пальто. Блин, ну вроде хороший человек. Но вот в этом-то как раз-таки игра Шерлока Холмса и немного... скажем так, относительно отличается от других игр. Юмор в том, что здесь у нас может сохраняться полностью, ну, такая картина, что вот этот человек, он да, хороший, да, и типа, что же с ним могло произойти? Но выяснится, скорее всего... Так, вот почему-то этот шкаф закрыт, мне интересно. Вот, но выяснится, что, скорее всего, он там жестокий, страшный человек, вот. Я вам серьезно говорю. Ну, как бы мне так кажется почему-то, что такое может произойти. Так, окей. Дополнительные. Подождите, ну вот я. Ну давайте залезем тогда, да? Он его сам возьмет, наверное, да? Во, умный. Так, старая коробка. А, кожаная сумка. Что ж в ней? Так, давайте покрутим. Вроде ничего. Ух ты. Так. Письмо. Привет тебе, Джордж. Я знаю, тебе трудно найти работу. И тебе нужны деньги на еду и одежду для сына. Поэтому прикрепляю листовку одного паба. Я слышал, что там сидит парень, который предлагает особенную работу. Возможно, тебе она подойдет. Надеюсь. Удачи. Письмо Джорджа Херста. Так, более тут вроде ничего нету. Хорошо. Так, ну что, теперь применим супервидение. Опа, что это на пальто там или мне показалось? Да нет. Так, ну, я более... Вообще, я более реально ничего не вижу. Так, около костра вроде тоже ничего полезного нету. Так, картины. Ничего не желтеет вроде. Ни в одном из... Так, вообще, блин. Странно, ладно, хорошо. Так, тут два варианта. Либо мы чего-то не нашли. Давайте сейчас еще раз поднимемся наверх. А что, он все не поднимается? Может быть, наверху, может быть, что-то еще мы пропустили, потому что нигде ничем более желтым. А, ну тут дальше больше. А, нет, коробка. Так, сумка. Мы могли отодвинуть то и то. Хорошо, да нет, вроде... Вроде ничего более полезного я не вижу. Ну... Несколько старых вещей. И все. Хорошо, на этом осмотр заканчивается. Так. Ну, где ж...
А, вон, что-то в кармане. Все-таки я правильно увидел. То, что я видел, что там что-то светится. Так, паб, старый табард. Табард, да, старый табард. Норд Стрит. Окей, это здесь, видимо, недалеко. Так, хорошо. Берем с собой и идем с нету. Так. Клей, видимо, содрано. А. То есть, вот как. Я понял. Окей. Узнать больше об особенной работе. Так, паб старый табард. Лучший выбор пива. И Эля Уайт Чепелли находится на Норд Стрит. Окей. Ну, хотя бы мы уже знаем, где он находится. Правильно? О, мальчуган. Добрый день, мистер Холмс. Неужели это юный Уиггинс? Я так вижу. Так. Ненавижу это. Но если у вас нормальная работа для меня, чуть позже мне понадобится твоя помощь. Жди меня здесь. Ну, меня, но жди здесь. Окей, это наш старый знакомый Уиггинс, который нам помогал своей дворовой шпаной разыскивать и разузнавать разнообразную информацию. Нужно вострить уши и найти того, кто предлагает особую работу. Так, ну, вряд ли тот бедолага. Ну, данные джентльмены, в принципе, могут. Но я думаю, он где-то будет сидеть. Блин, мы же здесь, по-моему, были. Нет? Я думаю, вот сюда вот. Угу. Ну, я думаю, вот этот сей гражданин, либо вообще бармен. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что надо? Стойте. А, ой. 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 Ой, как. Как это не просто, ребята. Я вам серьезно говорю. Что это? Ёп. Это реально, это тяжело. Так, равенство рабочему классу. Рад, что хозяин самому себе. Пожалуй, я могу только себе. Или Ватсону. Окей, так, хорошо. Чё, опять? Да ёлки-палки. Так, надо одновременно клавиатуру и мышки. И контролы бега удерживать в этом кругу. У человека, который предлагает особую работу, отличные бакенбарды. Так, окей. Ну? Такие. Hello. Хорошо. Ну, давайте, типа, теперь Уиггинсу, я так понимаю. Теперь Уиггинс должен, наверное, что-то выкрасть. Нет. Да, я что-то понял не до конца. Так. Теперь поговорим. Нет, с барменом не нужно нам. Я помню, что мы как-то сидели в баре в каком-то с моряком. По-моему, если не ошибаюсь, и... Так, ну странно вообще-то, почему-то я к ним не могу никак подойти. Так, ну хорошо, что мне делать-то? Так, интересная ситуация. Ну, улики и что? Вообще, паб. Так, ну я в пабе. Письмо.
Так, соберите сведения об особой работе. Видимо, мы их собрали не все. Не, ну ладно. Где-то здесь есть еще сведения. Угу. Я думаю, может, к бармену как-то все-таки подойти. А, послушайте этих джентльменов, я так понимаю, да? Так, ну давайте. Да елки-палки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, вот как-то с мышкой не особо тяжело. Тяжело с клавиатурой. Нет, тот парень, что прилагал особенную работу, никогда не пьет алкоголь. Ну, бармен, наверное, нет? Итак, человек, которого я ищу, бакенбарды, и он не пьет алкоголь. Так это ты вообще, ты на него похож. А, ну, может быть, вообще и этот забулдыга. Угу. Так, борода, бакенбарды. Ну, я понял. Так, не на время. Напиток, вода. Осмотр завершен. Хорошо, по-видимому, этого человека я и ищу. Так, забавно. Тридцать минут спустя. Отлично. Нужно узнать побольше. Так, в начале. Ага. Загадочная информация. Благодарим. Так, Дроссер Стрит, дом 5. Угу. Окей, идем на этот Дроссер Стрит, дом 5. Или следим за ним. А, ну, Виггинс, проследи. Молодец. Так, контакт был... А, погодите. Нифига себе, мы за Виггинса играем. Это вообще было неожиданно сейчас. Чё ты стоишь-то? Так, выйти за укрытие. Выглянуть сверху, выглянуть справа. Окей, ран. I don't know what car with this fucking everybody. I don't take a part of it. How could I prevent last week? Пока все идет отлично. На сложном уровне. Все в по... Опа-на!
Полицмейстеры, они меня не пропустят. Нужен другой путь. Вигинс. Так, окей. Срезаем. Все будет нормально, не волнуйтесь. Трум-пу-пум-пу-пум. Stop crying and get to work. Я смогу продолжить слежку, если влезу в трубу, но это опасно. Давайте попробуем. Давай. А, трубочистом поработать, окей. Так, ну можно задохнуться, я так понимаю. Хорошо. Так, еще два раза надо почистить. Так, в легких уже почти у нас. Все они засорены. Так, все, последний раз. Давай. Давай, он не чистит. Так, ну слава богу, мы успели. Так, хорошо. Поработали немного трубочистом. Так. Блин, крыши Лондона. Слушайте, это кайф вообще, реально кайф. Бам. Это реально стоило того. Так, а там у нас ничего, я так понимаю, нет полезного. Окей. Нет. Так, ой. Вы что, серьезно? Ребят, нет, пожалуйста, только не это. Хватит. Я так понимаю, пока у нас один в таргете. Давай, дойди. Так, это было реально нелегко. Так, отлично. Давайте срежем. Блин, крыша Лондона, это кайф. Да куда она исчезнет? Куда цель исчезнет? Никуда она не исчезнет. Я ж за ней бегу. Оп. Так, хорошо. Пока все в порядке. Блин, крыша Лондона — это кайф. Так. Сейчас он наконец-то с кем-то встретится уже или нет? Да, за булыги хорошо. Так, нет, пожалуй. Нет, окей. Ага. Блин. Здесь негде спрятаться. Лучше пройти через двор. Ну, так я пытался, а там у нас... Давай, прыгай! О, господи. Окей, так. Давай! Да беги ж ты! Я автоматически пытаюсь нажать там кантел или прыжок, а... Нужно... Левую кнопку мыши. Так, окей, хорошо.
Я знаю этого мальчишка. Это чистильщик Джим с Jumper Street. Он не мой, поэтому... Потому что отчим... Что-то его бьет, что ли? Я не понял. Эй, Джим, можешь одолжить мне свой набор? Я на секретном задании. А, он будет чистить обувь ему. Так, нужно использовать влажную ткань. Хорошо. Так, теперь нужно отполировать. Нужна маленькая щетка. Так, теперь... Так, маленький, большой. Что ты делаешь? Ах ты, черт, не получилось. Так, я понял, я лошара. Вот меня напрягает, что там собаки. И нам, скорее всего, сейчас опять срезать нужно будет. Ну, кто бы сомневался, да, действительно. Так, да никуда цель не исчезнет, не волнуйтесь. Так, отлично. Сейчас закап... Да. Давай, цемну... Да. Исповедь жертвы есть. Пропустили важную фразу в диалоге, можете в любой момент открыть журнал и почитать. Так, отлично, слушайте, мне это прям понравилось. Мы заюзали старые лондонские улицы, полазили по крышам вообще, кайф, блин, прикольно, реально круто, интересно. Так, а, все, продолжить, окей. Интересно, что там во дворе? Ну, какой-то, видать, дорогой дом. Так, окей. Тун-тун-тун-тун-ту-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Все, нет. Тун-тун-тун-тун-ту-тун-тун-тун-тун. Вау, куча ценных вещей. Ну да, оружие — это тема. Герб, он может пригодиться мистеру Холмсу. Я его зарисую. Угу. Так, хорошо. Stay down, shoot to answer. Я тоже так сделаю. Так, ну ты чё? Я не могу заглянуть внутрь. Странно, ладно. Потому что это окно не прозрачное, а то было прозрачным. Да-да-да. Так, ну что, все, валим, я так понимаю. А, так вон, куда мы должны заглянуть, окей. Я уж подумал, что все, так. Potatoes. Сумки с едой. Мне нравится этот дом. Здесь живут только двое. Жаль, что один из них не я. Так, нужно же сказать мистеру Холмсу. Если нас не схватит сейчас по дороге. Окей.
Так, появляются улики, они отмечаются специализированным значком и все такое. Так, знаете, давайте мы на этом закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А в следующей серии мы узнаем, что же в итоге Шерлок Холмс умозаключит по всему тому, что увидел Уиггинс на самом интересном месте. Всем удачи и пока!